Совсем скоро на телеканале «Домашний» состоится премьера сериала «Любовь зла». В центре сюжета Надежда, она работает в агентстве недвижимости. Она одинока, живет с мамой и любит книги. Однажды Надя знакомится с красавцем и весельчаком Валерой, который моментально разбивает ее сердце, и она уже готова на все ради любимого. Светлана, одноклассница Надежды, давно разведена, воспитывает сына, работает кондуктором и строит новые отношения с Геннадием. Никто из девушек не догадывается, что общается с одним и тем же мужчиной. Страсть накаляется, романтический клубок запутывается все сильнее. Главные роли в картине исполнили Ирина Крутик, Степан Бекетов, Глафира Козулина, Дмитрий Ратомский и другие. Премьера сериала «Любовь зла» состоится уже 24 ноября. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.